сигарета к сигарете, дым под лампою. Здравствуй, вечер катастрофы, час дождя. Ходит музыка печальная и слабая. Листья кружатся в снега, переходя. Листья кружатся в снега, переходя. Наш невесел разговор. Заплатили за прозрение, что, пожалуй, обнищали навсегда. Что, пожалуй, обнищали навсегда. Не пытай меня ни ласкою, ни жалостью. Как ни странно, я о прошлом не грущу. Если можешь, ты прости меня, пожалуйста. Вдруг я тебя когда-нибудь прощу. Вдруг я тебя когда-нибудь прощу. Синий дым плывет над нами мягкой вечностью. Чиркнет спичка, сигарета вспыхнет вновь. За окном с зонтами ходит человечество, обокраденное нами на любовь. Второе отделение нашего концерта открыли Галина Хомчик и Александр Прокопович. А на сцене сейчас появится Константин Тарасов. Помогает ему Сергей Хутас. Встречайте. Я уже сразу подойду к своему микрофону. И нас... с визором всех присутствующих здесь, и зрителей, и артистов, связывает очень много, потому что с концертов, посвященных Юрьевичу, начинались громадные концерты вот в таких больших залах. Авторская песня пришла на большую сцену в самом начале 90-х годов. Одна из самых красивых песен. По прекрасному Чурлёнису и тогда по Остроухову мчались мы с одной знакомою на машине «Жигули». Заезжали в Левитана мы в октябре его пожухлые. Направлялись мы к Волошину, заправлялись как могли. Заезжали в Левитана мы в октябре его пожухлые, направлялись мы к Волошину, заправлялись как могли. По республике Цветаевой, через область Заболоцкого, с нами шла неповторимая акуржавская струна. Поднимались даже в горы мы, покидая землю плоскую. Между пиком барда Пушкина и вершиной Пастернак некто Вольфганг Амадеевич слал нам ноты из-за облака.
Друг наш Николай Васильевич улыбался сквозь туман. Слава Богу, мы оставили Топ-Сафроновскую по боку и заезжий двор Ашанина и пустыню Налбандян. Между Грином и Волошиным на последнем перевале мы возвели шатер брезентовый, осветив его костром. И собрали мы сторонников рифмы кисти и мелодии. И представьте, тесно не было нам за крошечным столом. И собрали мы сторонников рифмы кисти и мелодии. И представьте, тесно не было нам за крошечным столом. По прекрасному Чурлёнису, иногда по Остроухову. Спасибо. С праздником, друзья! На сцену выходит Елена Фролова, остается Сергей Хутас. Один из удивительных романсов, который написал Юрий Визбор. О, яхта, мой корабль, мне пассажир твой снится, дощатый старый пирс, лиловая заря. Как вы присели к нам, загадочная птица, ведь надо ж отдохнуть, летя через моря. Нам солнце выпал сток, нас ветром наградили. Нам выпала весна с оврагами в снегу, и караваны яхт в то утро выходили, веселые щенки на мартовском лугу. О, взгляды в тишине, о, молнии украдкой, отвечали мне вы взмахами ресниц, но было все для вас случайною посадкой. Лесной аэродром на трассе двух столиц. Вы вышли за меня, летали вы немало, и вот вернулись вновь дощатый пирс, но желтый лист упал, как будто все пропало, и снеговые тучи в небе поднялись. Зеленая весна осталась за горами, и вы молчите зря, и курите вы зря. Ведь караваны яхт влекутся катерами к печальным берегам седого ря. Ведь караваны яхт влекутся катерами к печальным берегам седого ноября. А сейчас на эту сцену выходят все участники проекта «Песни нашего века». Константин Тарасов, Вадим Мещук, Валерий Мещук, Александр Мирзоян, Сергей Хутас, Елена Фролова и Галина Хомчик.
Друзья, ну вы знаете, что мы вам только подпеваем. Поете вы. Юрий Висбор. Лыжи у печки стоят, гаснет закат за горой. Месяц кончается март, скоро нам ехать домой. Здравствуйте, хмурые дни, горное солнце, прощай. Мы навсегда сохраним в сердце своем этот край. Нас ожидает с тобой гордый красавец Ельцов. Нас ожидает с тобой марево дальних дорог. Вот и окончился гроб, помни, надейся, скучай. Снежные флаги разлук вывесил старый трамвай. Вот и окончился круг, помни, надейся, скучай. Снежные флаги разлук вывесил старый трамвай. Что ж ты стоишь на тропе, что ж ты не хочешь идти? Нам надо песню допеть, нам надо меньше грустить. Снизу кричат поезда, правда кончается март. Ранее сходит звезда, где-то лавины шумят. Снизу кричат поезда, правда кончается март. Сходит звезда, где-то лавины шумят. Наш приводитель тормоз наконец, ты на стиралю 3 часа подряд. Слезайте, граждане, приехали, конец. Охотный ряд, охотный ряд. Слезайте, граждане, приехали, конец. Охотный ряд, охотный ряд. Когда-то здесь горланили купцы, вас глубудил зимняя заря. И над сугробами свинели бубенцы. Охотный ряд. Охотный ряд, охотный ряд. Здесь бродит запад, кидав в тебя. На метрополь колхозники глядят, как неохота уезжать от тебя. Охотный ряд, охотный ряд. Как неохота уезжать от тебя. Вот дымный берег юности моей, и гавань встречи, борт ночных утрат. Вот перекресток 115 морей. Охотный ряд, охотный ряд. Вот перекресток 115 морей. Охотный ряд, охотный ряд. Нажми водитель, тормоз наконец. Ты на стиралю 3 часа подряд. Слезайте, граждане, приехали, конец. Охотный ряд, охотный ряд.
заснуть под пятницу, под пятницу, под пятницу. Во сне вся жизнь на нас накатится салазками под Новый год. Бретельки в довоенном платьице и шар воздушный катится. Четверть за нас, за всех расплатится и чистых пятниц сдаем. Четверть за нас, за всех расплатится и чистых пятниц сдаем. И все, что с нами дальше сбудется, ах, сбудется, ах, сбудется, пройдет по этой смутной улице, чтоб знали мы в конце концов, что много лет за нами старыми придет во тьме кварталами какое-то весьма усталое и дорогое нам лицо. Какое-то весьма усталое и дорогое нам лицо. А Новый год и ель зеленая, 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 свеча горенья утомленная, и некий милый человек, и пахнет горка мандаринная, звезда висит старинная, и детство все такое длинное, и наш такой короткий век. Всю ночь придем мы сквозь сумятицу, 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 и лишь к утру на нас накатится догадка, что была в крови. Все от того, что сон под пятницу, под пятницу, под пятницу нам дан за тем, чтобы не спрятаться от нашей собственной любви. Нам дан за тем, чтобы не спрятаться от нашей собственной любви. Попробуем заснуть под пятницу. Спасибо большое. Продолжаем петь хором. Ах, какая пропажа, пропала зима, но не гнаться ж за нею на север. Умирает снега, воды сходят с ума, и апрель свои песни посеял. Ну да что для меня, это мне не дано, не дари мне ни осень, ни лето. Подари мне февраль, три сосны под окном и закат, задуваемый ветром. Подари мне февраль, три сосны под окном и закат, задуваемый ветром. Полоса по лесам, золотая игла, ветер в двери скрипел, как бродяга. Я тихонечко сяду у края стола, никому ни в надежду, ни в тягость. Все глядят на тебя, я гляжу на дно, как вдали проплывает корветом мой веселый февраль. Три сосны под окном и закат, задуваемый ветром. Мой веселый февраль, три сосны под окном и закат, задуваемый ветром. Поклянусь хоть на Библии, хоть на кресте, что родился не за пустяками, то ли писать мне Христа на суровом холсте, то ли волшебный разыскивать камень. Дорогие мои, не вино на вино, на огонь не наложено вето. Повиновен февраль, три сосны под окном и закат, задуваемый ветром. А виновен февраль, три сосны под окном и закат, задуваемый ветром. Ах, как мало я сделал на этой земле, не крещен, не учен, не натружен, не похож на грозу, не подобен скорее, только детям да матери нужен. Что же вы все про кино, про кино? Жизнь не кончена, песня не спета. Вот вам, братцы, февраль, три сосны под окном и закат, задуваемый ветром. Вот вам, братцы, февраль, три сосны под окном и закат, задуваемый ветром.
Спасибо большое. Ну вот знаете, на вечерах Висбора всегда огромное количество туристов, альпинистов, поэтому не могли мы не спеть вместе с вами следующую песенку Юрия Висбора. Про маму. Про маму. Любимого человека, да. Снова нас ведут куда-то, сменяя нам маршрут. Видно, горы виноваты, не сидим ни там, ни тут. Снова в горы и по тропам, с рюкзаками за спиной. Груз под силу лишь циклопом. Мама, я хочу домой. Груз под силу лишь циклопом. Мама, я хочу домой. Дома все же как-то лучше, но здесь придется нам целый день бродить по кручам, по ужасным ледникам. Будем ползать постоянно по веревке основной и питаться кашей манной. Мама, я хочу домой. Не хочу я кашей манной. Мама, я хочу домой. Склоны круче, ближе тучи, камни сыплются гурьбой. На пожарный всякий случай мы связались меж собой. Мы идем по ледопаду, две приставки, путь такой. Хочешь стой, а хочешь падай. Мама, я хочу домой. Не хочу я что-то падать. Мама, я хочу домой. Идут куда-то, снова я несу рюкзак. Да чего же мне, ребята, надоело жить вот так. Телеграмма уж готова, ни одной ни запятой, ни всего четыре слова. Мама, я хочу домой, в ней всего четыре слова. Вот вы все прекрасно знаете, что Юрий Иосифович очень умел дружить и дружить с другими композиторами и поэтами. У него очень много совместных произведений с прекрасными его друзьями Сергеем Никитиным, Дмитрием Сухаревым, Виктором Берковским и многими другими. Другими. Это важно. Это важно, да. Самое, наверное, самое известное произведение, в которой встретились три друга, Дмитрий Сухарев, Юрий Висбор и Сергей Никитин, мы однажды, когда только проект «Песнь нашего века» начинался, в конце 90-х, мы услышали, как это произведение можно, оказывается, объявить современным языком. Тогда пришло время диджеев, на смену дикторам пришли диджеи, и у них был свой такой птичий язык, на котором они эту песню объявили так. Один из них. Прослушайте саундтрек из блокбастера «Москва слезам не верит». Юрий Висбор, Дмитрий Сухарев, Сергей Никитин. Не сразу все устроилось, Москва не сразу строилась. Слезам Москва не верила, а верила любви. Снегами заморожена, листвою заворожена. Найдет тепло прохожему, а деревцу земли. Александра, Александра, этот город наш с тобою, стали мы его судьбою. Ты вглядись в его лицо, что бы ни было в начале, удалит он все печали. Вот и стало обручальным нам садовое кольцо.
Москву рябины красили, дубы стояли князями. Но не они, а ясени без спросу росли. Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для деревца хоть краешек земли. Александра, Александра, что там вьется перед нами? Это ясень с семенами крутит вальс над мостовой. Ясень с видом деревенским приобщился к вальсам венским. Он пробьется, Александра, он надышится Москвой. Москва тревог не прятала, Москва видала всякое. Но беды все и горести склонялись перед ней. Любовь Москвы не быстрая, но верная и чистая, поскольку материнская любовь других сильней. Александра, Александра, что там вьется перед нами? Это ясень с семенами крутит вальс над мостовой. Ясень с видом деревенским приобщился к вальсам венским. Он пробьется, Александра, он надышится Москвой. Александра, Александра, этот город наш с тобою, стали мы его судьбою. Ты вглядись в его лицо, чтобы ни было в начале, удалит он все печали. Вот и стало обручальным нам садовое кольцо. Вот и стало обручальным нам садовое кольцо. А сейчас мы хотим рассказать вам о, наверное, самой действительно романтической такой паре в авторской песне. Это Юрий Висбор и его первая жена Ада Якушева. Вот сейчас мы споем две песни, которые вошли уже в нашу культуру, как народные песни. Да? Одну споем. «Вечер брызг». «Вечер брызг», да. Ну, в смысле, одну. Две песни, одну. А потом ты у меня одна, я так понимаю, да? Нет? Ах, нет. Ну, хорошо. Значит, второй вы уже слышали. Ты, да, у меня одна, уже прорепетировали, уже спели люди в зале, значит, в самом начале. А вот концерта. Это, значит, «Ты у меня одна» была ответ как раз на песню, которую мы сейчас споем. Песню «Вечер бродит». Да. Ада Якушева. Вечер бродит по лесным дорожкам, ты ведь вроде любишь вечера. Подожди, тогда еще немножко посидим с товарищами у костра. Подожди, тогда еще немножко посидим с товарищами у костра. Вслед за песней позовут ребята, неизвестные еще края. И тогда на крыльями заката вспыхнет яркой звездочкой мечта моя. И тогда на крыльями заката вспыхнет яркой звездочкой мечта моя. Вижу целый мир в глазах тревожный, в этот час на берегу крутом. Не смотри ты так неосторожно, я могу подумать что-нибудь не то. Не смотри ты так неосторожно, я могу подумать что-нибудь не то. Вечер бродит по лесным дорожкам, ты ведь вроде любишь вечера. Подожди, тогда еще немножко посидим с товарищами у костра. Подожди, тогда.
да еще немножко. Посидим с товарищами у костра. Юрий Иосифович Визбор очень дружил с космонавтами, особенно с Валерием Рюминым, известна эта дружба. И однажды Юрий Иосифович спросил Валерия Рюмина: а вот как ты вот туда летаешь? Что тебе там помогает в такой вдали от дома? И Валерий Рюмин сказал ему совершенно такую простую фразу: «Я всегда беру с собой ключи от дома». Так появилась песня Юрия Визбора «Ключ». Она посвящена Валерию Рюмину сегодня. К сожалению, недавно его не стало. И сегодня мы эту песню поем, вспоминая о Валерии Рюмине. Когда-нибудь страшно подумать, когда сбудется день иной. Тогда мы, дружище, вернемся туда, откуда ушли давно. Тогда мы пробьемся сквозь полчища туч и через все ветра. И вот старый дом открывает наш ключ, бывавший в других мирах. Когда мы вернемся, разлуку изъяв из груди, мы вам улыбнемся, мы скажем, что все позади. Но может удастся нам снова достичь рубежа неземного, который легко достигался тогда в молодые года. Тогда в молодые года обнимем мы наших любимых подруг, скинем рюкзак с плеча, забытую жизнь в замечательный круг бросимся сгоряча. Там август, как вилы, вонзает лучи теплым стогам бока. Там тянут речные буксиры в ночи на длинных тросах в закат. Когда мы вернемся, разлуку изъяв из груди, мы вам улыбнемся, мы скажем, что все позади. Но может удастся нам снова достичь рубежа неземного, который легко достигался тогда в молодые года. Тогда молодые года. Другие ребята за нами пойдут дальше, чем мы с тобой. А нам оставаться по-прежнему тут, что ж отгремел наш бой. Но если покажется путь невезуч и что на покой пора, не даст нам покоя ни память, ни ключ, бывавший в других мирах. Но может удастся нам снова достичь рубежа неземного, который легко достигался тогда в молодые года. Тогда мы вернемся, разлуку изъяв из груди. Мы вам улыбнемся, мы скажем, что все позади. Но вряд ли удастся нам снова достичь рубежа неземного, который легко достигался тогда в молодые года. Тогда в молодые года.
Музыку к этой песне написал Сергей Никитин. А вот следующая песня, у нее вообще удивительная история. Потому что к ней была сначала написана музыка. Сергей Никитин и Виктор Берковский совместно сочинили мелодию. А потом произошло на кухне соревнование двух композиторов, вернее, конкурс двух поэтов, да, Дмитрия Сухарева и Юрия Висбора. Кто напишет лучшие стихи на эту музыку? Победил Юрий Висбор. А теперь фраза из этой песни находится на его могиле. Прекраснее и мудрее средство от тревог, чем ночная песня шин. Длинной-длинной серой ниткой стоптанных дорог штопаем ранения души. Не разлукам старина, их круг лишь сон, ей-богу, придут другие времена, мой друг, тебе в дорогу не дороги окончание есть, зато ее итог дорог. Чья-то сигарета, стоп, сигнал в ночах, кто-то тоже держит путь. Незнакомец, незнакомка, здравствуй и прощай, можно только фарами мигнуть. Не верь разлукам, старина, их круг лишь сон. Ей-богу, придут другие времена, мой друг, ты верь. Дорогу нет, дороги окончание есть, зато ее итог дорога. По концам идет дорога, но себе не лги, нам в обратный путь нельзя. Слава Богу, мой дружище, есть у нас враги, значит, есть, наверное, и друзья. Не верь разлукам, старина, их рук лишь сон. Ей-богу, придут другие времена, мой друг, ты верь. Дорогу нет, дороги окончания есть, зато ее итог дороги трудны, но хуже без дорог. Дороги трудны, но хуже без дорог. Дороги трудны, но хуже без дорог. И дальняя наша дорога
уже за спиною видна, уже за спиною видна. Давайте прощаться, друзья, кто знает, представится случай, чтоб без суеты неминучи глаза поглядеть не скользя. Такая уж даль позвала, где истина неугасима, а фальшь уже невыносима. Такая уж песня пришла, такая уж песня пришла. Давайте прощаться, друзья, чтоб к этому не возвращаться. Зовут нас к себе домочадцы, чтоб вновь собралась вся семья. Но даже дожив до седин, мы гоним с усмешкой осень. Мадам, мне всего 48, а вам уже 21. А вам уже 21. Давайте прощаться, друзья. Нашего века. Вадим Мищук, Валерий Мищук, Елена Фролова, Александр Мирзоян, Константин Тарасов, Сергей Хутас. И Галина Хомчик. Но мы не прощаемся с вами, а говорим вам до свидания, дорогие, словами песни Юрия Висбора, музыкой Виктора Берковского и Сергея Никитина. Вот как будто бы сначала начинается судьба. У бетонного причала, у последнего столба. Здесь вдали остались бури, здесь земля уже близка. Здесь косынку голубую я прищурившись искал. И забудутся едва ли эти несколько минут. Здесь меня когда-то ждали, а тебе уже не жду. Белой пеной мягкой лапы бьются волны на маяк. Я схожу к себе по трапу, я схожу к себе по трапу, независимый моряк. Но все время призывают отдаленные моря. Все куда-то уплывают, выбирают якоря. Так и мы от чьих-то судеб, как от пирса отошли. Так от нас уходят люди, словно в море корабли. До свидания, дорогие, вам ни пуха, ни пера. Пусть вам встретятся другие, лишь попутные. Чайки белые снуют, ни на что не намекают. Что ты? Ни на что не намекают, просто песенку пою. Мы благодарим всех участников концерта.
руководители проекта «Имена на все времена». Зал соборов Храма Христа Спасителя за гостеприимство. Режиссера видеоряда Ирину Алексееву, Игоря Каримова. Съемочную группу Антона Шиловского и Юлию Кузнецову. Продюсера Елену Булочникову. Организатора и ведущего Сретенского двора Михаила Деева. Мы благодарим вас всех, наши дорогие зрители. И приглашаем на сцену, она уже с нами на сцене, президент фонда памяти Юрия Висбора, Татьяну Висбор. Уже приглашать не пришлось, я уже здесь. Знаете, я подготовилась, я вообще всегда в свое оправдание рассказываю один анекдот, себе сегодня тоже позволю, тогда вы поймете, почему я с бумажкой. Две старушки сидят у подъезда, одна другую спрашивает: «А ты не помнишь, как меня зовут?» Вторая через паузу: «А тебе срочно?» Вот сколько людей, знакомых с проблемой, да? Вот Лариса как врач бывшая, она и тут еще доктор стоит. Все мы знаем, да. Поэтому я, чтобы и не забыть, и не заволноваться, я продолжу говорить спасибо. Я благодарю, конечно же, ведущих сегодняшнего вечера, Ольгу Крадько и Леню Смехова. Да, Михаила Деева, который сейчас в Сретенском дворе, и он его сейчас ведет. Конечно же, я благодарю всех друзей моего отца за поддержку, которую я чувствую постоянно. Я их не перечисляю. Те, о ком говорю, они знают, и они поймут. Вы знаете, еще что подумала. Отцу исполнилось бы 88 лет. Если посмотреть на эту цифру по-другому, то получаются две бесконечности. И мое вот бесконечное спасибо вам и тем, кто пришел в этот зал, и тем, кто не смог прийти, и те, кто навсегда с нами, за вашу бесконечную любовь, за верность, за преданность. Благодаря этому все эти годы отец и его песни, и его творчество живы. И я хочу напомнить вам, что Сретенский дворик работает сегодня аж до 3 утра. Вы туда еще успеете. А в следующем году, надеюсь, что в этом же зале мы встретимся снова 20 июня, в день рождения Юрия Висбора. Спасибо! Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. Тихий печален ручей у янтарной сосны. Пеплом несмелым подернулись угли костра. Вот и окончилось все, расставаться пора. Милая моя, солнышко весновье, где в каких краях встретишься со мною? Милая моя, солнышко весное, где в каких краях встретишься со мною? Крылья сложили палатки, кончен полет. Крылья расправил искатель разлук самолет. Потихонечку пятится трап от крыла. Вот уж действительно пропасть между нами легла. Молчим мы, ребята. Со мною, милая моя,
Небесная, встретишься со мною. Спасибо вам и до новых встреч!